Друзья, в нашей программе вы сейчас можете услышать ответы на три сложных вопроса от лютеранского священника Санкт-Петербурга. Мне интересно, что он очень молодой человек, и каждый из вас может, возможно, провести параллели со своей жизнью, с вашими вопросами и с теми ответами, которые вы сейчас услышите у нас в гостях. Евгений Раскатов, диакон церкви Анна Кирхи здесь, в Санкт-Петербурге он руководитель миссионерского отдела этой церкви. Евгений, рада вас видеть у нас в программе. Взаимно, Виктория. Спасибо, что пригласили. Первый вопрос, который мне кажется сложным, но для вас я знаю, что он уже совершенно ясный и определенный. Поделиться с нашими зрителями историей вашего прихода к Богу. Или как Бог вас нашел. Видите ли вы руку Божью, вот его вопросы к вам, которые он вам задавал как вы на них отвечали, и хотелось бы, чтобы вы обозначили разницу, может быть, мировоззрения вашего до того, как вы встретили его, и после, изменилось ли что-то в вашей внутренней жизни, в вашей жизни вообще после этой встречи. Вот, вот мне бы хотелось, чтобы вы обозначили этот путь и разницу между переходом. Мне нравится больше выражение «Бог вас нашел», потому что действительно это случилось так. Я не могу сказать, что я был таким богоискателем. Конечно, Бог влагает в сердце человека что-то такое. Ну вот он вдохнул в него дыхание жизни, и это дыхание, по сути, с такой ниточкой между человеком и Богом. И вот слово религия его иногда ругают как нечто такое, ну, такая как... Мертвая ну, да. да. Но вообще слово религия переводится как воссоединение. То есть это соединение, которое было разорвано. И вот, вот эта нехватка соединения, что я куда-то должен соединиться с кем-то, с чем-то, а человек это иногда, ну, я, может быть, и часто ощущает, и дальше пытается чем-то его заменить. Так вот, вот это желание воссоединиться, конечно, оно и у меня в сердце было. И э, я вот, э, хотя я точно ну, знаю время, когда я пришел в церковь, когда я начал там, э, Библию изучать, но я не могу назвать, что это время, когда я стал верующим. Э, потому что, откровенно говоря, э, вот что-то такое, вера, которая, которая не получила своей реализации, она, э, она где-то была у меня в сердце. И, и она меня ну, притягивала к Богу. То есть вы даже не помните момент, когда вы нет, ее был... ощущали даже а... до уверования, скажем так, Нет, не, не я будем говорить так, что я помню моменты, когда я ощущал до того, как я ясно там, там раскаялся перед Богом, покаял свои греха, когда я понял, что Христос есть Бог. То есть, ну, когда я стал христианином, до этого момента я в принципе себя находил верующим. Вот я так вспоминаю, что в детстве что-то такое меня там притягивало, допустим, в церковь прийти. Другое дело, что я приходил смотрел по сторонам, не знал, что делать, ну там свечки все стоят, ладно, я тоже свечку поставлю, что, чтобы это не значило, ну вот как-то выразить свою веру, я не понимал, что это значит. Там, свеча, там, как можно сказать, символ молитвы, там, я даже не молился, в принципе, а, ну, вот, как, а иногда, когда была сложная ситуация, вот и тогда я молился, тогда я понимал, что, что, ну, наверное, если Бог есть, как про него говорят, к Нему можно обратиться, и э, я еще не был тогда, э, вот, христианином, э, ну, в, в, в в полном смысле этого слова, ну вот что-то такое Вот у -у -у эта уже ниточка, было. она крепла, да? Да. Или как пунктирная линия да, была? Да, да. Вот ну и вот как бы так отбрасывая, ну вот вспоминая э, ну совсем уж молодую свою жизнь, меня очень молодым человеком назвали, но ну, тогда я был супер-мега-очень молодой. Практически ребенок. Вот. Ну а затем жизнь у меня складывалась не так просто и по-разному. И... И ну, вплоть до того, что я и наркотики употребляла, и такая, но ну, у меня жизнь была, и, и алкоголь, и, и прочее. Хотя, хотя даже и в этом тоже были некие попытки обрести какую-то свободу или найти что-то настоящее. Там и рок-музыка, которой я увлекался, и прочее. Вот. И поэтому это, это, этот путь, он не был вот путем к Богу, не всегда этот путь был к Богу. Он часто был и спиной к Нему, а то я от Него даже убегал. Вот. Но интересный момент, вот, который бы следовало отметить, в, при, в другой передаче, в которой мы с вами встречались, я сказал, что вот первая церковь, куда, где я был, это была армия спасения, где я был в детстве, еще в лагере ездил. Так вот, как я туда попал, это тоже, мне кажется, очень интересная история, потому что туда я попал, воруя газеты из почтовых ящиков, из чужих. При этом я газеты не читал. Там, было лет? Ну, там лет 12 или 11. То есть газеты я не читал. Зачем они мне нужны были, я не знаю. Но я просто вот, таскал из чужих ящиков почти. Это да. после школы, да, как бы такое ну, занятие Да, да, да. Такой, ну, такой кружок у меня после школы. Такой, самодеятельность. Такой, да, да, самодеятельность для саморазвития. И в одном из почтовых ящиков я нашел приглашение в молодежный клуб. И хотя ящик был не мой, Подъезд не мой, дом не мой. И но приглаш... приглашение не... Но я приглашение, потому что... Приглашение мне. Потому что я его себе оставил. Единственное, что я оставил за эту почтовую И пошел в этот молодежный клуб. И оказалось, действительно, это христианский молодежный клуб. Неисповедимый пути Господня. куда я пришел по чужому приглашению. И это оказалось, Армия Спасения, это такая протестантская церковь. Вот такая очень миссионерская настроенная, социально настроенная церковь. А, и вот я туда попал, а потом уже с я ездил в лагеря, хотя тоже я толком не придавал значения, что там рассказывают. Там, ну, то есть, ну, но вот а, это, может быть, первые люди, которые мне тогда подарили Библию, хотя опять-таки я не вдавался в подробности. Я просто понял, что они верующие, как они верят что. То есть сами организовали себе досуг такой, да, то есть организовали таким образом, потом нашли еще возможность. Да. А почему бы и нет? Да, вот я именно так и мыслил, почему бы и нет? Ну, в конце концов, не по парадам же шарится газеты переворовать. Тут там интереснее, там были шахматы, были гитаре там учили играть. Опять-таки, вот откуда тоже у меня интерес. То есть, ну, там потом круг активность. музыки, да, развился. И музыки… ну, это где-то где параллельно проходило, да. И вот таким образом я соприкоснулся, скажем так, с верующими людьми первый раз. Действительно, я пытался читать Библию, ну, вот, обычность бытия. Надо же начинать сначала читать. Я же не понимал, что Библия, в принципе, она содержит 66 книг. Я думал, что это одна книга. Вот. И, и ну, раз эта книга, быть? надо начинать сначала. По порядку. Да. А вот а, а в тот счастливый день э, я начал читать. У меня был новый завет, только у меня не было целой Библии. Вот было желание опять начать сначала, но не было целой Библии, поэтому я начал читать Евангелие. И вот э, Евангелие, оно мне было ближе. И оно было настолько близко, и это не, это не какие-то, э, вот я скажу сейчас крамольную вещь, незначительные вещи, как сотворение мира, потому что на самом деле относительно спасения души, сотворение мира это не такая значительная вещь. Хотя, конечно, это тоже дает тебе понимать, что ты Богом сотворил, это, это, это важно. Но это уже плюс-минус я и так знал. То есть, очередной раз об этом читать, это не было. Но Евангелие это другое. Евангелие это Христос, э, через которого э, ты, собственно, и... Э, и, и приходишь к отцу, mm -hmm. ä, тот, та, к тому к отцу, который тебя сотворил. Mm -hmm. И вот фигура Христа, она действительно сделала вот, свое дело. Не было ни проповедников вокруг. То есть ну, вот, были какие-то общие знания о христианстве, mm -hmm. и было писание. И вот это по-настоящему сделало меня верующим христианином. Mm -hmm. а, ну, потом был путь уже обретения какого-то прихода, обретения церкви, где я бы смог реализоваться как христианин, наполняться, духовно расти. Вот. Но изначально это Писание. Вот. Соло скриптура есть такой лейтенантский принцип, только Писание. Вот только Писание сделало, помогло мне встретиться с Богом. Бог меня нашел, обращаясь ко мне, сначала просто через позыв моего сердца, потом через разных людей, которые окружают, там, через армию спасения, через других верующих людей, а потом через Писание. И через Христа. Вот, 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 вот так, так меня Бог нашел. У нас, знаете, есть картина в, в церкви висит очень классная. Там, э, человек, там сцена такая: Христос достает овечку из, из, из тернового э, куста. И вот овечка – это человек, который запутался в ветвях вот этих э, колючих ветвях. И каждое движение, знаете, ему ну, причиняет дискомфорт и боль. И вот приходит Христос, и Он вот эти колючки руками раздвигает, режет себе руки для того, чтобы тебя достать. И вот мне кажется, вот эта сцена, она э -э, картина пронизана любовью. И вот я всегда себя вижу, вот, вот этой овечкой. Я себя вижу, вот этой овечкой, которая запутался в ветвях, которая не понимает, что ну, жизнь такая, знаете. Жизнь сложная штука, жизнь тяжелая штука. Как бы вот эти вот э -э -э, шипы, которые в тебя. Э -э 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 -э. А потом приходит Христос, Он эти шипы раздвигает, сложности, проблемы, все на самом деле раздвигает. И для того, чтобы тебя достать, он режет руки, чтобы тебя достать, э, прижать себе к груди, обнять себя. И вот это вот Божье объятие, действительно, когда ты э, его на себе ощутил, это, ну, конечно, по-другому ты на жизнь смотришь. Э, мы с вами беседовали за кадром, и вы сказали, что, что, что вот это э, быть дочерью или сыном богом вот это ощущать себя действительно любимым сыном что не просто там э, твори, там раб Божий там знаете или там что а вот именно сын это это действительно дорого это то есть ощущать Божью любовь на себе ну то есть у вас как бы и разрешились какие-то вопросы которые в общем-то вас когда вы пытались найти на них ответы, заводили в тупики или в какие-то неприятности, но также эмоционально все-таки, да, это было вот ну, такое... Везде, глубины. все целостно, конечно, это же все это, это эмоционально и духовно, и мировоззренчески, это со всех сторон, и вообще в понимании даже, ну, с точки зрения, как строить свою жизнь даже, ну, когда, когда ты уже понимаешь Божью любовь, тогда ты на, на, на Божий закон смотришь по-другому, на заповеди по-другому смотришь. Ты понимаешь, там, там, э, там ну, даже заповедь, там, ну, при любое было. то есть, есть, вот в мире, когда 90-е жил, это вот вообще вот это секс-пропаганда была очень ну, агрессивная, ну, агрессивная, такая, да, 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 да. А тут ты понимаешь, а сейчас что, это что, просто что, уже норма. Да, что это как это фу, что, ну, как бы, что это, ну, это, это не для меня. То есть, ты начинаешь ценить этот закон, потому что ты понимаешь, что он тебе дан из любви, а не то, чтобы тебя потом карать за него. Вот, конечно. Да. Спасибо. А, у нас есть второй вопрос, и это тем более тоже любопытно, как опять же у вас это произошло. Второй вопрос касается, мне интересно, многие молодые люди думают о том, как создать правильную семью, как найти правильную пару. Задавались ли вы таким вопросом, а, какие ответы вы на это нашли, и как вы создали свою семью, в чем вы видите ключ а, стабильности, успеха, развития? Вообще очень классная вещь, когда э, вот то, что мы читаем из бытия, как раз, <laughs> про которое я вам сказал, mm -hmm. это о том, что Бог сотворил, написано там, сотворил Бог человека, мужчину и женщину, сотворил их. Mm -hmm. То есть сотворил человека одного, а потом мужчину и женщину их. То есть mm -hmm. его их, вот такими играми с наимений, говорит нам о целостности семьи, о том, что э, Бог творит человека как, ну, как целую семью, mm -hmm. вот как двоицы, мы э, mm -hmm. с вами только что сказали. И э, вот эта целостность семьи, это то, почему сегодня бьет мир. То есть по семейным ценностям, про то, что это становится неважным. А на самом деле это единственное, что у нас осталось вот из Эдемского сада. Все разрушено. Разрушена вечная жизнь, разрушено отношение с Богом. А семья это то, что у нас сохранено сейчас. И это важно понимать, что и это нужно ценить что бог он устроил человека ну, как, как как который создан да, для взаимоотношений и целостности верно, через да, семью да 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 и, и не могу сказать что мне вот так я женился достаточно рано в ну, 22 года практически mm -hmm. <laughs> веровал, в церкви жену нашел. Uh, то есть у меня так вот достаточно все, 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 все было быстро. Uh, вот. uh, не могу сказать, что я так ну, полно тогда это понимал. Тогда я просто понимал, что uh, я молодой все человек, правильно. что семью нужно создавать, <laughs> что это, вот это правильно. Что есть вот девушка, зовут ее Наташа. Я ее люблю, хотя бы да, на эмоциональном уровне. Вот, и у нас что-то может получиться. И потом, действительно, у нас получилась семья. Сейчас трое детей у нас. Вот, 16 лет мы вместе, почти 16 лет. Вот, счастливо, все отлично. Вот, но важность вот этого понимания, что, что семья... ну, Опять-таки, у меня была другая модель до этого. построения отношений. Представление. Представ, да, да? Есть угу. девушка, как бы надо ее как можно поскорее куда-то там... Ну, ну грубо говоря затащить затащит, да то есть и чем, чем раньше тем лучше как, ну и, но ну это представление которое ну, с которого ты вообще семью не построишь так ну как это ну, ерунда вот но на самом деле хочу сказать что к семейному счастью ключ у девушек в руках потому что если они себя будут беречь до, для своего мужа они обречены на счастье, просто обречены, поэтому поэтому вот всем, если девушка хочет создать счастливую семью, это, это путь для, для, для мужчин то же самое. Вот. А вам не приходилось наставлять прихожан вашей, вашего прихода как раз вот, в процессе подготовки их к свадьбе там и. А, там, да, там, а... там, там, скажем, ну вообще рассуждать о, вообще об отношениях это, ну мы конечно просто рассуждаем, скажем так, ну, не то что беспредметно, но как вот Слово Божие видит отношения молодых людей, но у меня пасторская практика очень небольшая, всего три года и за это время я проводил всего лишь одно венчание и вот пара, которая венчалась, ну у нас принято, то есть семья создается в несколько этапов. И первое – это помолвка. То есть перед церковью, перед своими братьями и сестрами, молодые объявляют о том, что они вместе. Вот как Иосиф и Мария, которые изображены на картине, они помолвлены, что это почти семья. Это почти семья, то есть они для других уже закрыты. То есть они закрыты для других отношений, они сейчас сосредоточены на построении отношений друг с другом. И вот они объявили о помолвке, и в это время они постепенно готовят там, э, свадьбу, которая, которая тоже связана с, там, с определенными хлоп, э, хлопотами. И в то же время посещают то, что называется предбрачные консультации. Mm -hmm. То есть до того, как э, они скажут вот это да, mm -hmm. что да, я готов всю свою жизнь посвятить этой девушке, да, я готов, всю, готова всю свою жизнь посвятить этому молодому человеку, то есть мы теперь будем одно. Чтобы вот это «да», оно было осознанно, mm -hmm. потому что в день свадьбы это, конечно, если ну, ты, ты внимательно слушал, что на что-то «да» говорил, там mm -hmm. никто ничего не слушал на, на что-то «да». Mm -hmm. но, но мы очень подробно разбираем, чтобы, когда они говорят «да», каждый из них имел в виду одно и то же, что вот мы идем к этому, сем... вот, вот эта семья, потому что один думает, что семья – это когда там, она носки стирает, а, он, а она думает, что семья – это когда он зарплату приносит, но нет, мы говорим о том, как видит семью э, Писание, и если мы солидарны, то есть ну, они солидарны, что мы создаем вот эту семью, то есть мы как бы смотрим вместе на одно и то же, тогда мы уже говорим «да», понимая всю ответственность, э, сказанную в, этим, в этом слове. Вы проходили такое консультирование? Вот, однажды, да. А, я, я, в смысле, моя семья? Да. Да, да, перед тем, как нас венчали, мы тоже проходили подобное консультирование. Помогло? Мне кажется, да, потому что, опять-таки, в период отношений, ну, я могу с своей стороны сказать, ты не можешь вообще четко оценивать, что-то, как бы, куда ты идешь. То есть ты, что происходит? Да-да-да. что как бы, оно, оно, вложено в человеческое естество и как бы разворачивается естественным образом. Но, но хорошо, когда есть трезвый ум. Пастору ему все равно. Ему вообще все. Ну, не то, что все равно. Он, конечно, любит одного и другого. Но он может за, спокойно задать неудобный вопрос, который э, молодые влюбленные, ну, постесняются. может быть, да. Да, да. Обсудить друг с другом. А, а он задаст. И это хорошо. То есть, что, что есть третий человек, который в этом участвует. И в некотором смысле пастор здесь не только тот, который объявляет, который там, угу. что вот это э, теперь двое есть одно, но и свидетель. Который, который наблюдает вот построение этого отношения, этих отношений от, от помолвки до венчания и венчания как завершение. Вы можете отметить какие-то ключевые такие вопросы, которые как раз вот молодые стремятся игнорировать, на что им нужно обратить внимание, когда они идут к созданию семьи? Ну, э, вообще молодые может, люди. из вашего опыта, да, вот, да, да. когда вы проходили, что вас <къех> это так прям да, собрало? Да, ну э, как как это скорее не то, что прям вот из из, из, из опыта, потому что я, поскольку это пара одна, я не хочу не хочу говорить об этом опыте, потому что нет, стар... я виду да, да. вашего личного не а, консультирования, а когда вы да, проходили. Ну э, то, то что что я вижу, что вообще понятие семьи, оно оно может отсутствовать как таковое, то есть потому что оно формируется исходя из той семьи, в которой ты сам вырос. А сегодня, по-моему, по статистике порядка 75% браков распадаются. То есть, и, и дети растут в неполных семьях, да, и да. у них нет понимания, и, какими должны быть взаимоотношения и, 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 у отца. Вот, и мужа самое ослуженные. главное, нужно понимать, что это навсегда. Вот это точно вот самое главное. Что это не просто а, какой-то мимолет То есть, она мне сейчас нравится, ей, как бы, попользовался какое-то время, потом сказала: там, дорогая, ничего не могу с тобой поделать. Вот, в общем, я бы да, но нет. То есть, у меня там. То есть не давать вот этим чувством как бы развернуться до конца, потому что ну там какие-то там не знаю там мысли, все что угодно, но нужно понять, что что, что вот это до конца, то есть если это ты... один из ключевых моментов, да, да, да это наверное, самый ключевой, самый ключевой, самое, ключевое. самое, ключевое. Да, самое, самое основное, и, то есть и, построить а... так отношения, да. чтобы было хорошо до конца, хорошо как бы не было, но до конца а, то есть бывают разные, скажем так, период, периоды совместной жизни, конечно, и когда влюбленность ты об этом не думаешь. А второе, то что ты говоришь, что ты всю свою жизнь дальнейшую, то есть до, до конца, посвящаешь и служишь этому человеку. Что ты не пользуешься им, потому что, опять-таки, вот желание человека другим пользоваться. Mm -hmm. а, то есть она красивая, я ей пользуюсь, там, он такой-то, я им пользуюсь. Но нет, ты служишь вот этому человеку. И вот ты говоришь, да, я готов всю оставшуюся жизнь служить этому человеку, и вот это тоже такое понимание. Это сильное что понимание, да. да. Это, это крестный путь. Венчание называется, а слово венец. Что это за венец? Это это это, это терновый венец. То есть идешь, дорога Вио де практически. Вот. Ну это, вот, это. поэтому ученики да. говорили, что лучше вообще не жениться. А да, такие говорили. Если такие требования. Да, да. Поэтому это нужно понимать, конечно. Человеку же это невозможно, но все возможно Богу. Да. Чтобы не воспринималась семья, как она воспринимать сегодня. Сегодня так, завтра так. Сегодня один, завтра другой. То есть, ну, это христианская семья этого не допускает, да. Ну, я рада, что ваш 16-летний брак, он, он приносит вам радость, да, слава целостность и, да. и будет еще лучше. Я надеюсь, что так и будет, да. Меня, по крайней мере, наш брак делает лучше. Это замечательно. Это вот как раз Наташа большое спасибо. Да, спасибо, Трудится, Трудится очень хорошо. Я с вами согласна в том смысле, что я согласна. женщины действительно. Больше гораздо одарены даже Богом понимать взаимоотношения. И, и даже когда мы с вами говорили в первой части, когда мы говорили о вашем восприятии того, что вам дало спасение, вы в большей части перечисляли именно какие-то ну, решения, какие-то ответы, которые вы обрели, не столько как переживания, которые у вас были. То есть, больше уделяли внимание и эмоци... не эмоциональное, а интеллектуальное, скажем, сфере. Но женщины, наоборот, они, конечно, больше ориентированы на эмоции, они боль... более чувствительны к нюансам взаимоотношений. И я думаю, что это как раз тот инструмент, который Бог женщинам дал для того, чтобы они могли реально строить, строить семейный очаг, чтобы он был наполнен теплом, чтобы он был наполнен любовью. Мой муж считал, что женщины также способны повторять и говорить гораздо больше, чем мужчины, потому что им приходится с детьми общаться и постоянно-постоянно повторять простые вещи, чтобы они усваивали, чтобы они это понимали. Пасторам по это тоже очень свойственно, повторять да. одно и то же. Да, да, потому да. что они являются в каком-то смысле наставником. Вот есть такое человек. слово помощник, которое употребляется в Писании по отношению к женщине. Иногда его, так, знаете, пренебрежительно понимают, но о помощнике сказано, что и Господь скорый помощник в бедах. Это не значит, что помощник тот, который там, ну, мне но помощник это тот, кто восполняет и дополняет то, чем не обладаешь ты сам. Да. Вот как Господь дополняет и восполняет, то, то есть человек без него не может так и э, женщина для э, человека, ну, в смысле, для, для первого человека, для дамы ст стала восполнением того, чего не, не было самого. Пока ее не было, он грустно ходил по Эдему, по, 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 <соценно> голова была поникнута, не, 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 нету никого у него. Вот. И, и, и вот, вот как будто, и, 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 А семья – это то, что, то, 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 что стало, как привело в единство и в целостность. Вот эту карти картину вообще всего мира, что вот хорошо весьма, вот только тогда. Спасибо. И наш третий вопрос, который я, я думаю, что мы можем кратко, может быть, по возможности емко э, ответить, заключается в том, чтобы вы э, объяснили на пальцах, как пастырь и наставник, как молодым людям, а может быть, не просто молодым, найти свое призвание. Нужно понимать, кто ты есть. Вообще, кто такой человек изначально? Что человек это... Он сотворен Богом, что это не бессмысленный и... Камок материи. Да, материи, краток в какой-то промежуток времени, но что это человек сотворен для общения с Богом вечности то что имеет начало но не имеет конца то есть для для вечной жизни даже то что человек с Богом был его отношения были разорваны и мы и нам необходимо эти отношения снова снова иметь с Богом через Христа то есть шаг первый чтобы обрети призвание обрети, понять кто ты есть и опять таки и обрести веру и отношения с Богом Шаг второй – это нужно понимать, что есть общее призвание, то есть то, к чему призваны все люди. Это то, что Бог выразил в своем э, законе, э, в, заповедях, э, в заповедях, которые даны были Моисею, в заповеди, которые говорил Христос в Нагорной проповеди. Э, то есть то, что касается всех людей. Нельзя э, э, исполнить собственное призвание вопреки там, того призвания, который, в котором призваны все. То есть нельзя не знаю, быть достойным не знаю, разбойником или там, достойным, Uh, не знаю, ну еще кем-то там, то есть uh -huh. нарушать божественные заповеди и тем самым сказать, что я исполняю призвание, то есть это невозможно. То есть вот чтобы обрести uh, твое призвание, оно внутри общего призвания, твое личное призвание. Uh -huh. И вот третий шаг это уже попытка действительно обрести и понять, uh, кто ты есть, и для этого нужно и uh, уже смотреть не на себя, не как часть там, человечества, как часть человека, а уже как на индивидуальность, на личность, на те дары и таланты, которыми тебе наградил э, Бог, э, что, что, у тебя, что тебя окружает, то есть, что у тебя хорошо получается, на эти вещи нужно, и даже нужно ну, потом пробовать, прислушиваться к, к тому, что хорошо получается. И рано или поздно, если все это делать, то э, вне всякого сомнения это призвание будет обретено. И, и опять-таки нужно понимать, что... Э, э, что что оно есть. То есть нет такого, что его нету. Просто, может быть, ты пока проделаешь путь. И ты, может быть, и молодым, и старым какой угодно. Ты не знаешь, в чем состоит твое призвание, и когда оно будет исполнено. Может быть, и, и в старости. А сейчас, сейчас это уже исполнение призвания, потому что это путь к, к его исполнению. И опять-таки, когда мы говорим о, о, об общем призвании, что вот Бог Он сотворил человека вот такого. То есть Он, он створил. То есть есть вещи, как, когда ты переходишь, ну, совершаешь грех, переступаешь через, через этот закон. И, и по сути, если уж совсем простым языком, то это не совершать грех. Вот это и есть общее призвание. Жить в святости. Жить, стремиться жить в святости. Конечно, человек ну, он не способен на это, опять-таки, своими силами. Но, а, шаг первый, вера во Христа нас оправдывает. Но все равно стремление жить в святости. Вера во Христа дает цель и смысл жизни. Второе. Ты можешь идти исполняя заповеди это уже дает тебе ориентиры скажем границ твоего пути который сохранит тебя в целостности и третье уже на вот этом широком пути 10 заповедей ты э, выбираешь вот свой свой индивидуальный такой уникальный вектор да, приложения сил скажем совершенно верно да Бог тебя наградил уникальными дарами и талантами, которые ни в коем случае нельзя закапывать, тем более тратить их на себя. То есть они даны для того, чтобы ты принес и приобрел другие таланты. То есть ну, при, принес прибыль, в общем, для, для Господа. И ими нужно пользоваться. То есть нельзя их закапывать. И не нужно смотреть на чужие, потому что мы тоже привыкли смотреть на чужие и сказать, вот я бы на его месте. Да то какая тебе разница? Тебя не спросят, что, это с него спросят, а с тебя спросят за, за то, что ты, где твой талант. А ты скажешь, я его там зарыл, а еще хуже на себя вообще все потратил. Мне понравилось, что мы в три шага уложились. Это да, дает возможность тем, кто э, смотрит ва вас, принять решение, протестировать себя, на каком уровне я нахожусь. Может быть, вы э, думаете, что вы нашли свое призвание, но вы еще не знаете смысла своей жизни, что ваша жизнь имеет гораздо более глубокий смысл. А может быть, вы еще не знаете ни своего призвания, ни смысла. Вы можете увидеть, насколько э, путь десяти заповедей на самом деле дает возможности для человека действительно жить, э, жить безопасно, жить сохраненно, жить, жить в мире с сердцем. И это дает хорошую основу для того, чтобы увидеть как раз уже, э, куда вы можете приложить свои творческие силы, которые сохранены. Сохранены от э, рассеивания их. Э, самые разные стороны, как спасибо вам за, за искренность, что вы делились, что ваша юность без Бога, она, в общем-то, была тоже полем экспериментов в самых разных областях, но мы видим, что, тем не менее, Бог вас вывел, спас из этого тернового куста, и более того, вы сейчас вот э, счастливы в том месте, где вы находитесь, и перед вами открывается множество возможностей, рада Вашим путешествиям, которые вам предстоят на миссионерском поле, спасибо большое, спасибо за искренность, за открытость и желаем вам всех благ, как и вам, наши дорогие зрители.